солдатами не рождаются. 29 апреля в молодежном центре прошел торжественный вечер, посвященный весеннему призыву. Вокальная школа-студия Василины Данченко «Дива» и студия спортивного бального танца «Дека» подготовили для призывников творческие номера. Такая поддержка будущих защитников Отечества стала для Сарова доброй традицией. Где бы ни довелось служить нашим призывникам, они должны помнить о том, что они сыны нашего славного города Сарова, где создается ядерный щит нашей Родины, нашей страны Россия. О том, и чтобы они с гордостью несли имя саровского солдата. С напутственным словом к призывникам обратились представители общественных организаций и духовенства. Протоиерей Владимир Кузнецов благословил их на службу в армии и подарил молитвословы. А ветераны боевых действий поделились опытом с юношами. Вот до сих пор я со своими друзьями, с кем я служил, встречаюсь ежегодно. Поэтому вам желаю, чтобы вы приобрели настоящих друзей, потому что друзья познаются именно в трудностях. И чтобы они были у вас на всю жизнь. В завершении вечера для призывников провели викторину и вручили им памятные призы с символикой города. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.